Когда доберемся до Невервинтера, там и поговорим. Монфурио да. И кровавая королева Ланатель. Я должен защитить природу. Это было неразумное решение. Да все, все, уже убрал, чего? Че это? Да все, все, убрал, убрал. Спящая послушница. 0.10. Ну, теоретически можно и гуфнуть сразу престом, да? И взять покататься. Вампира меня превратили. Давненько меня в вампира не превращали. Со времен Darkest Dungeon. Как раз Невер был, но ты молодец. Ты реже залипай в этом самом в онлайне в Скайриме. Такие вкусные. Что за новая карта? Так я же открывал не так давно. Существо, кроме вампиров, получает +2/+2. Вы обязаны использовать эту силу. Существо, кроме вампиров, получает +2/+2. Лол. Но я там в анонсе сделал Neverwinter. После деликов. Существо, кроме вампиров. А кто вампир? Видимо, я и она вампир, да? То есть мне нужно кого-то покусать, и он получит +2/+2. Лол. Изумительная ирония. И она становится вампиром, ее больше нельзя укусить, лол. Прикольно. Накачай вражеских существ называется. Эта земля служит мне. Но я, собственно, могу и своих накачивать, да? Всех вампирами сделать, лол. Ладно, хоть она не очень. За этого, за, блин, как его? Хотя нет, за Зулука не получится, он же обилку меняет. А я, кстати, ведь если героя использую, у меня обилка поменяется, по идее, нет? Хотя надо ли мне обилку менять? Вот в чем вопрос. Лёль. Не знаю, она все равно меняться пойдет. Да везде вампиры, Маркус. Куда ни плюнь, вампиров обойдешь. Тут я сам еще вампиров могу делать. А действительно, а хочу ли я менять обилку? А так-то... А, ну блин, покусать-то один раз только можно. Я поменяю обилку или нет? У меня вопрос. Но она, наверное, сразу она мне поменяет, наверняка опять ее. Но я ж написал, Боб, нет, я сделаю делики, пройду квартал первый и там... Потасовку еще сыграю, и потом будет маска предателя. На призванную броню лайк в обливионе. Ну, потом посмотрю. Ну да, да, да. Ожидаемо. В итоге я только позвал двух пауканов и... Ну, я в группе там написал. Никто не заказывал. Я сам, добровольно. Может, потом паучков покусаю. Привет. В
Впервые так впервые. Рад видеть, как говорится. Замуж за Гана. А что, надо? Надо выходить замуж за Гана обязательно. Гана-то вроде там мужик, который тёлок соблазнял. Могу превратиться в 3-3 паука ядовитого, лёль. Лол, у него даже уникальная реплика есть на этого мужика. Забавно. Не забудь потом сплюнуть яд. О. Ты станешь пеплом. Вылью. Валуя в трейды. 3-3 Фендрала. Да нафиг мне Фендрал. Как-то бесполезен. К тому же, я думаю, он бы вампиром скопировался. А кого мне потом кусать, если я его вампиром скопирую? А так можно паукана будет покусать. Дайте мне таунтов, срочно. Спасибо. Правда, сейчас они немного не в кассу, всего один вызовется. Всего один. На один это, как известно, мало. Ну да ладно, что поделать. Один так один. Почему яд на лицо не работает? Покусал ядовитым пауканом кого-нибудь? Лёль. И сразу герой умирает. Было бы идеально. Ну, король лича покусать, лол. Воины ледяных пустошей, восстаньте. Это крепкий орешек. Кстати, прикольно тут. Уникальная фраза была у принца Талдарама, да? И уникальная фраза у короля лича на нее. Ну, блин, как-то... А. Давай еще немного. Хотя бы чуть-чуть. Ню! Игры по вселенной Толкина. Да вроде в что-то играл. Я вроде ничего с предсмертным хрипом вообще не умирал. Лол. Предлагают покусать. Может и посыл. Сейчас вообще. А, лол, сейчас вообще. Отличная карта сгорела, кстати. Хорошая. Блин, мне даже Нзо там некого воскрешать, лол. Побэмил, побэмлено. И да, где весь мой добор, в конце концов? Новая рубашка? Да нет, у меня старая. Этой рубашки уже не знаю. Много лет. Выкидываешь короля лича против Джайна, он такой, привет, красотка. Ну так есть же такое, некоторые карты. Какая Иллидана вроде ставишь против этого. Лол. Вообще две случайных, два случайных существа в руки в заклинание. Лёль. Сейчас бы демона сожрать. Кстати, нормально, сожрать демона, лол. Мы пожрём это. Интересно, у нее есть там демоны? Или нет?
есть. Или да, наставишь против этого, против друида. Он же говорит уникальную фразу и еще там. Но она не демон. Вроде бы. Да хорош мои карты палить, слышишь ты? Сомневаюсь я, что на нее смертный этот действует. Вот то, что я сейчас проиграю из-за того, что забеймил. Это да. Для всех такая фишка, да? Они запарятся же. У тебя там фатиг скоро. Кого-то скоро фатиг. Но, паук грязевик. А вот и мои дезрадлы подъехали наконец-то. Забавно, что она мне энзода зафакапила. Или магом прошел. Да тут всеми изи, лол, я ее тоже уже прошел. Я просто поиграть еще немного захотел. Они ж не делали это, не знаю, они ж... Скажи так, и я скажу. Они же не делали здесь такое, что типа должен запотеть, как в этом, в героическом подземелье. Это просто обычные боссы их. Кем угодно пройти можно, лол. Я думаю, я буду-то пират варом прошел. С накачкой пиратов. Да, сейчас бы на двух картах поюзать эту вот штуку. Здорово, Женьжок. Кто маску заказывал? Никто. Но я же говорил, что это должна быть маска когда-то. Когда-то должна быть. А если я не использую силу героя, то я просто солью? Как быстро протрезветь? Клизму сделать. Отрезвляющую. У меня кончились карты. О, лол. Один к одному, кстати. Кусь. Кусь. Но... Не так. Про табуретку так говорил. Нет, про табуретку так не говорил. Fallout не вода? Нет. Благо, ты уже не теряешь звезды на своем ранге. С полом и сдохнуть, кстати, да, можно было.